В районах края теперь тоже можно посетить 3D-кинотеатры. 29 ноября современные залы откроют в Славгороде и райцентре Завьялово. Для этих нужд, как сообщают в пресс-центре правительства региона, переоборудовали местные дома культуры. Там провели ремонт, звукотехнические работы, установили новые кресла. Такие кинозалы будут вмещать около 300 человек. 5 муниципалитетам – Славгороду, Заринску, райцентрам «Родина» Романова и Завьялова – выделено по 5 миллионов рублей на переоборудование. Часть расходов возьмут на себя районные администрации. Первое открытие пройдет в четверг. Еще 3 зала порадуют гостей премьерой до конца года.